төтенше жағдайға байланысты ғимаратты босату қажет. Тыныштық сақтап, жарақат алғандарға көмектесулеріңізді өтінемін. Вой автоматической системы пожарной сигнализации и школьная система трансляции мгновенно реагируют на чрезвычайную ситуацию. Дети под присмотром педагогов выходят из школы. На вызов немедленно приезжает 5 пожарных расчетов. В рамках запланированных мероприятий, сегодня у нас мероприятие, по как мы слаженно работаем во время чрезвычайной ситуации. У нас сегодня по сценарию должно было быть возгорание. Возгорание в одной части здания. Мы сообщили противопожарной службе, экстренно организовали эвакуацию. По сценарию учений в школьной библиотеке началось возгорание, объявлена срочная эвакуация. При пересчете учеников выясняется, что 2 школьников среди детей, покинувших учебное заведение, нет. Спасатели тут же приступают к поискам. Спустя 10 минут служебная собака находит мальчика в школьном лифте. Пострадавших отводят в машину скорой помощи. Затем с помощью пожарных шлангов и спецтехники пожарные расчеты за несколько минут ликвидируют условное возгорание. И детям разрешают вернуться в классы. Учения прошли на высоком уровне. Учителя смогли быстро вывести детей из опасной зоны. Эвакуация соответствовала всем нормативам. Сработали все датчики пожарной сигнализации. Учения завершились построением боевых расчетов. Руководство Назарбаев интеллектуальной школы и Департамента по чрезвычайным ситуациям благодарит пожарных за слаженные действия. Подобные тренировочные учения пройдут во всех школах Шымкента.